Кто такие волонтеры? Это те, кто помогает незнакомым людям, безвозмездно, просто потому что хотят и любят делать добро. В Самаре волонтерское движение развито на высоком уровне. Ни одно городское мероприятие не обходится без ребят в одинаковых майках и кепках, которые всегда готовы выполнить любую работу. Я хочу научиться помогать людям, участвовать во всяких разнообразных акциях, которые помогают развивать нашу планету. Я приехала на этот слет для того, чтобы получить какую-то новую информацию, для того, чтобы ее принимать и как бы развиваться в будущем. В год 70-летия Великой Победы самарские волонтеры провели огромную работу, социальную значимость которой трудно переоценить. Добровольцы в нашем городе помогают не только пожилым людям, но и ребятам своего возраста. Ведь всегда есть те, кто больше стремится добиться чего-то в жизни, обладает лидерскими качествами и может быть капитаном команды. Именно такие ребята собрались в профильном лагере на трехдневную смену. Специалисты уверяют, чтобы подросток не встал на скользкую дорожку, он должен быть занят полезным делом. Музыкальные школы, спортивные секции, кружки декоративно-прикладного творчества и компьютерного моделирования. Интересные занятия вместо безделья. Мы таким образом планируем вовлечь огромное количество ребят, школьников в интереснейшую форму досуга, да, в интереснейшие и полезные методики, технологии формирования их здоровых навыков к жизни. Они сами еще дети, но после обучения станут настоящими учителями. «Все в твоих руках» – это профильный лагерь для волонтеров. На 3 дня активные школьники погружаются в атмосферу серьезной учебы. Преподаватели приготовили для ребят тренинги, семинары и мастер-классы. Подростки с нетерпением ждут, когда смогут применить свои знания на практике. Мы учимся тому, чтобы если возникнет ситуация такая с нашими близкими, знакомыми или просто где-то, мы могли помочь этим людям, как-то поговорить с ними, чтобы помочь им, потому что это действительно проблема наркомания, это большая проблема нашего сейчас общества. 80 активистов – это 80 новых лекторов. Ребята после осенних каникул пойдут по всем самарским школам пропагандировать здоровый образ жизни. Зачастую воспринимать информацию о вреде наркотиков подросткам проще из уст своих сверстников. Это помогает вовлечь ребят именно в процесс собственного осмысления того, что же им все-таки говорят, да, и взрослые, и дети. Когда сверстники в игровой форме, в какой-то доверительной форме рассказывают о том, чем же можно заняться, вместо того, чтобы слоняться по дворам и связываться с какой-то непонятной компанией. Волонтерский лагерь работает уже 5-й год. За это время проведена огромная работа. Ребята посещают школы, интернаты, социальные приюты и рассказывают о разных видах здорового досуга. Наркотики – это не круто. Круто быть здоровым. К концу учебного года волонтеры охватят 5000 школьников. Далее они выходят в учебное заведение города и тиражируют, грубо говоря, этот опыт, эти знания, эти программы, эти упражнения, которые они получают здесь у нас за эти 3 дня. Упражнения и полезные практики подготовлены аспирантами государственного университета. Психологи учат волонтеров, как вести разъяснительную работу со сверстниками, как подавать важную и нужную информацию в игровой форме и как бороться с конфликтами, если кто-то проявляет агрессию. Показывать детям, насколько круто взрослеть, насколько это не страшно, что можно проявлять себя полностью в каких-то творческих делах и не бояться этого, и что это, ну, как-то совершенно не страшно. Самарская молодежь против наркотиков. Все-таки большинство школьников и студентов хорошо учатся, занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Добровольцы берут на себя ответственность за своих сверстников. Если правильно и доходчиво объяснить кому-то, что наркомания – это зло, то можно спасти не одну человеческую жизнь.